привет! Время 5 часов вечера почти, а мы еще даже не обедали. Ух, жизнь молодых родителей, ничего страшного. Сейчас пришел себе, сделал вот такую пасту. Сейчас покажу вам. Паста. Очень хочется кушать. Анютка укладывает, сейчас поем, ее сменю. Привет всем! Время 19 часов, а я еще только здороваюсь с вами. Сейчас только проснулась, на часочек у меня удалось поспать. Мы сегодня с Димой много чего сделали по дому и с ребенком, поэтому время, ой-ой-ой, как быстро прошло. Еще сейчас планируем пойти погулять, он сейчас проснется, мы погуляем, уже его искупаем и в ночную его уже уложим спать. И сами спать ляжем. Не, ну я хоть сегодня поспала немножко, я прям рада, прям выспалась. Более-менее себя хотя бы чувствую. То вчера я прощалась, сегодня видео пересматриваю, а у меня там глаза вообще даже не открываются. Вот такие щелочки, вся вот такая вот сонная, как мы тут чай пьем с Димой. Вот чаечек. Дима с печеньками. Вкусное печенье. Очень советую. Да, да, очень вкусно. Как любители вот такого флага и страны. Итальянский, да. Я пью без всего. Ромашка у меня, больше ничего. Мне ничего нельзя. Я иногда банан с чаем пью, иногда йогурт с чаем. Короче, у меня веселый такой чаепитие. Вот. Да, еще сгущенное молоко иногда добавляю в чай. Так что всем приятного аппетита, кто ест. Или кто чай пьет. Скорее, приятного чаепития. Да, чаепития. Приятного чаепития. О! Ой, скажи, как пошла. Давай. Ой, хорошо. Хорошо пошла. Еще? Тужится что-то? Тужится, да, молодец. А вы тоже во дворе жарите шашлыки? Мы нет. Но у нас многие это делают. Да. Многие это делают. Особенно в праздники. Ну и в выходных тоже. Так же делают. Честно, я не понимаю этого. Ну, не знаю. У каждого свой выбор. У каждого, да, свой выбор. По ходу дела. И, может быть, у многих совсем другое мнение. Но, не знаю. Поделитесь вашим. Да. Вы делаете? В крупных городах за это очень большой штраф дают. А, ну и почему? Он везде есть штраф, существует для этого. Ну здесь никто никого не гонять не будет и проверять не будет. А вот какой? Пожарь. 5000 рублей штраф за это. Пожарь в Москве шашлык. Только разведи. Тут же соседи настучат. 5000 рублей. Тут же приедут и тут же административное правонарушение. Да. И тут же тебя повяжут. 5000. И разговаривать никто не будет причем. Проще купить, наверное, в кафе за 5000 шашлычка. Много. И еще, да, еще и выпить на эти деньги, и салатиком закусить. Поэтому, ну, сомнительное удовольствие около дома. Тем более у нас есть березовая роща здесь, есть лес рядом. Есть где, в принципе, а еще вот такие у нас построили. А, беседок, да, вот таких у нас уже две. Так. И там вот тоже происходит гуляние около дома, а рядом около труба. Газовой трубы. Да. Поэтому о чем люди думают, неизвестно. Разжигая костры около газовой трубы, где написано «Огне опасно». Дом газифицированный. Каждый здесь дом, весь все эти дома, ну, так весь поселок, да, газифицированный. И не знаю, люди какие-то странные. Если честно, немножечко. Вот такой у нас здесь район. Райончик. Да, сегодня ветра нет, поэтому можно поснимать. Нам никак эта ветрозащита не придет. Она уже должна прийти. Она все где-то здесь уже. В России. Мы ее здесь нигде не могли найти. Мы эту ветрозащиту нигде здесь не могли найти, чтобы здесь купить именно на нашу камеру. Хотя камера достаточно популярная. Но нигде не было. Пришлось заказывать на Алиэкспресс. И
Она попала в саму... Она в России, да, она попала в самое празднование Нового года в Китае, да, и поэтому мы ждем уже месяц больше, да, больше месяца мы ждем, и никак все не дождемся, потому что, конечно, хотелось бы снимать и на улице, чтобы не было шума, чтобы это было все поприятнее, и вам, и нам потом это все слушать, а то, конечно, с ветром, ну так себе, мягко говоря. Вот, в общем, мы выползли на прогулку. Вообще на улице класс, тепло уже совсем. И народу, кстати, сегодня днем никого не было, а вечером все повыползали. Ну, у меня такое ощущение, что мы дышим не свежим воздухом сейчас, а шашлыками. Да, запахом шашлыков, потому что отовсюду. А я так вообще на своей диете, так шашлыков хочу, ужас просто. Просто как ужас. Как я хочу шашлыков и салатика со сметанкой, с лучком. Огурцы с помидорками. Лаваше, да? Ой, ничего не говорю, у меня слюни уже просто. А приду, буду сырочек есть. Ой, просто сырок. С чем? С гречкой. И с вареным мясом вместо жареных шашлыков. Вот. Ну, в общем, салюты. Всех празднуют. Все празднуют 8 марта. Да. А мы гуляем. У нас такой праздник сегодня сомнительный. Время с ребенком летит очень незаметно, дни вообще сменяются. Минуты. Как минуты, да. Это просто ну, нереально быстро, вообще просто. Время летит очень. Я прям даже не верю в это, что вот уже 2 выходных пролетело практически. Вот чуть-чуть остался от 2-го выходного хвостик буквально. Ну просто ужас, как быстро время летит. Я надеюсь, когда он чуть-чуть подрастет, хоть время немножко остановится. Да, я надеюсь, потому что сейчас ну, в таком темпе, ритме, ты ничего не замечаешь и ничего не успеваешь, это просто ну, как-то кстати, странно. С нами тут на прогулке еще кое-кто есть. Кто хвост поджал? Кто хвост поджал? А почему ты хвост поджал? Ты боишься? Че, ты не на своей территории, что ли, да? Че, не на своей территории? Опа, поднял. А, поднял хвост. Все, и Данечка тут спит в коляске. Как вышли, сразу уснул наш ребеночек маленький. А, вот такая вот. Нет, прогуляться еще кайф. Да, конечно. Вечером выползти вообще здорово. Вообще здорово, классно. Особенно, когда, я говорю, такая погода, затишье и тепло. И вообще просто идешь. Правда, не свежим воздухом, а шашлыками. Шашлычным воздухом. Да. Но все равно классно вообще в целом. Ребята, уже слишком поздно или уже слишком рано. Все уснули, все спят. Даже Танечка уснул сегодня. Прям что-то тяжело было его уложить. И я сейчас тоже иду спать. Наконец-то. Так что всем спокойной ночи. Всем пока-пока.